Привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, это игра War Robots. Сегодня мы поиграем на Лучидоре, это будет последняя его сборка, на которой мы поиграем. Серия сборок закрывается, потому что других пушек у нас нет. Вот, и как вы помните, ну, по видеороликам, по картинкам и так далее, вы можете оценивать эти сборки, на которых я играл, то есть, ну, все, что находятся на канале. Пониже. В общем, такая ситуация. Сегодня у нас два пулемета бета и один альфа-пулемет. Ретоляторы и Венджанс. Вот. Получается, что у нас модули здесь заточены на урон, здесь на антиконтроль. Вчера играл, кстати, было весело. Так, на стриме. Так. Хочу сказать большое спасибо Сергею, двум Серегам спасибо большое за донат, за заказывание песен. Очень музыкальный был стрим. И пограничнику большое спасибо. Вот тоже пару песен заказал. Ну и давайте выпьем бустеров. А, перед тем, как бустеры выпьем, давайте посмотрим, какая будет зарплата у главного продюсера в этом месяце. Так-то он получал раньше 500 тысяч рублей. Сейчас мы посмотрим, сколько он в этом месяце получит. В этом месяце он получит 83 энергоблока, ребята. Энергоблока 83 получит. Вот, там. Да. Пусть, как говорится, кушает его семья энергоблоки, а не тысячи рублей. Ну и, в принципе, у нас аналогия то же самое. Мог бы взять 500 тысяч серебра, взял 83 энергоблока. 4 раза по 20 нажал активных модулей, и все, и нет энергоблоков. Вот весь нахер бонус. Вот такая вот, ребята, история. Петрушка. Давайте дальше пойдем в бой. Тыщ-тыщ. Вот так вот. И на смерть. Превосходство режим. Мне понравились мне сборки предыдущие. Нашлись люди, которые, например, вот с пулеметом и синдерами сборка, да? Нашлись люди, которые стали писать в комментарии, что якобы я не умею играть на Титане, не умею играть на этих сборках. Сборки разные, разного калибра, 125 метров и 500 метров. Как бы разные, да, я типа не умею играть. Ну что ж, ребят, я могу сказать одно, что вы хуёвые аналитики, понимаете? Потому что я, братуха, я играю 7 лет, я играю на разных сборках, я поиграл на разных сборках, понимаете? От магнумов, блядь, до панишеров, от магнумов, панишеров до каких-нибудь там ракет, я не знаю, там, каких-то... Единственное, что на шарктрейнах не играл, и вот на последних имбах, и на, ну, тоже на ракетах, там, на ракетницах не играл, вот этот парень сейчас на ракетницах. То есть, не все я, конечно, проиграл сборки, не на всех роботах, но большинство я, даже, может, не большинство, меньшинство, наверное, но я все равно поиграл, и я могу делать выводы, блядь, из того, что я вижу перед собой и чувствую во время боя, понятно? Так что я, конечно, понимаю, что вы, бля, герои, типа, бля, там, профессионалы на диванах, нахуй, но, по сути, бля, вы, наверное, играете от силы месяц-два и пытаетесь меня что-то научить, блядь, чему-то научить. В общем, что я хочу повторить, да, у нас были на Лучидорах синдеры с дробашами, вот, и это было, ну, реально, блядь, печально, потому что дробаш, он вообще, блядь, ни в кого не попадал, нахер. Нужно было реально сближаться, а это в рандоме смерть и убийство, да, своего робота. Также еще, ребята, забагованный у нас, видите, хуярит, блядь, Орион. Вот, показываю специально, блядь, для разработчиков, но им похуй. Как известно, поебать на то, что там баги с Орионом. Ну и... Поиграл я и понял, что в рандоме нихуя не канает такая сборка на Лучидоре. Но ребята подсказывают, что
Типа можно играть на такой сборке Дробаша, Синдера и на Лучидоре. Это когда ты играешь взводом и у тебя есть поддержка в виде Ноденса. Базара нет, базара нет. Когда тебе Ноденс поддерживает, можно вообще без оружия, блядь, играть нахуй. Вот, но другое дело, рандом, ребят, видите, забагованный, бля, Орион, ну, разработчикам, я говорю, похую, все равно им, и вот, опять еще один, да, баг убил, что тут, кто тут ходит? Вот, и в рандоме на такой сборке дробаш Синдеры, это только в городских условиях, на вот такой открытой карте, это только прятаться под под этот мост и сидеть, блядь. Ждать, пока тебя разберут на дальней территории. Вот, например, обратите внимание, стоит тело, тот же самый, блядь, Лучидор, типа якобы кобы. Вот, и у него тоже что-то там Синдер, что-то в этом роде, блядь. Вот, и он получает пизды, вот их там двое. И они по очереди, ну, дробаш, Синдеры, вдвоем на Синдерах. И они получают пиздюлей. Да, они держат маяк, но... Были бы у меня стволы покруче, я бы их давно уже разъебал, да? Но так как у меня панчеры слабенькие. Вот. То они нихуя не могут сделать. Видите? Бах, лопаются. Вот. Пошел в атаку. Хер один. А мы маячок по тихой грусти забираем. 50 только настреляли. Мало у нас урона, да? Дай им понимать. 50 только настреляли. Так, и играл еще пулемет Синдеры. Там, ну, почти та же, блядь, история. Вот, но пулемет уже, как говорится, давал пропиздону. А вот сейчас играю чисто на пулеметах. Прятался я сейчас за большую гору. Потому что там есть дальнобойщик. Забираем маячок. Подкидываем щит. И чисто вот сейчас будем на пулеметах играть. Не, маячок мы не забираем. Блин, надо подальше отходить, понятно. Так. Маяк я почему-то не забираю. Вот на 600 метров там хуй один, видите? Бьет меня, а это очень плохо. Он так специально и встал. То есть я уже могу на таком расстоянии спокойно работать. А теперь попробую вперед пойти чуть-чуть. Ах ты, блядь. Ну, я так и думал, что он мне уебенит прицел. Но его надо тушить. Блядь, опять потушил мне прицел. На дробаше я бы ничего не смог бы с ним сделать, а вот сейчас вы видите, как я его буду разбирать нахер. Все готово. Вот вам пулеметы, видите, что творят?
Уже другой уровень игры. А, у меня не стреляет. Все, понял. Я готова. Все, победа. Пулеметы на Лучидоре. Ну, еще там Ноденс меня поддерживал. Но вот можете видеть, как они помогают. То есть дальнобойное орудие, ну, лучи, которые минуса стреляли в меня, они били на 600 метров. А вот этот парень на пулеметах бил, вот видите, на 500. То есть я не доставал. Пятое место у меня в команде. Я набил всего 3 ляма, потому что карта открытая, и я на Лучидоре очень много времени стоял без действия. То есть я не наносил урон противнику, я стоял и пытался забрать маяк и так далее. В общем, 3 миллиона 96. А представьте, что бы я сделал бы с дробашом и двумя синдерами. Блять, ну абсолютно нихера, да? Следующий бой, идем, ребята. Ну это вот карта. И мне говорят, бля, братуха, просто надо... приноровиться. Как ты приноровишься, если тут голое поле, блядь? Как ты можешь с синдерами 125-метровыми воевать? Ты прыгнешь в толпу, блядь, они от тебя отойдут, и все. Два синдера можно все в жопу запихать. Но ребята находились, комментировали. Ну, конечно, дело, все имеют право на комментарии у меня под видеороликами. Но, ребята, пожалуйста, включайте, ну, нахер какой-то здравый смысл, да? Не делайте уж из меня совсем идиота. Бустер что-то на скорость у меня, походу, не работает. Блядь, заебись. Сразу на расстоянии уже в 1000 метров там меня уже отпылесосили. Блядь, сейчас пылесосить тут. Меня пытаются... Фантом хуйнёй мается какой-то, бегает, блядь, под залупа конская. О, блядь, крымометов нам тут только не хватало. Вот опять я куда-то лезу вперед. Куда-то собирается хлопец, блядь, не понимаю, куда. Блядь, вот генезис-то, сучка. Ну ладно, надо его как-то опередить, я фиг знает. Блять, с кривометами, еще и с глазом, проститутка, блять. Бывают такие люди, хули, ребят, ничего не поделаешь. А что, а вплотную не попасть, блять. Обсосы, блять, галимый нахуй. Ха-ха, вплотную не попасть, блядь. Сдохни нахуй. Захват маяка. Шикардосно. И надо умирать, Лучидора выводить. Это сейчас, блядь, бой закончится. Вот мы с пулеметами идем.
Блять, вот прицел сбили, видите? Сука, незаконно. Но я остался жив. Вот сейчас половину робота съел Орион. Вы охуели? Вот так, ребята. А, ну, понятно, тут, ну, видели, да, насколько быстро Нодонс погибает. Думаю, да, шикарно-ка. 355, я на четвертом месте. 2 ляма 559. Как бы домашки почти. А, нет, тут фармацевт какой-то. Ну, ничего страшного, идем дальше в бой. Опять открытая карта. А. Такое ощущение, что Раване скорость понерфили. Я же вроде активировал бустеры. Придумают же, блядь, танков. Блять, бьешь его толпой, ребята, а ему похуй. А потом приходит его брат, кривометчик, блять, и разносит тебя в три пизды. Як нету моего парня. Уничтожили. Блять. Игра вылетела. Заново заходим в игру. Сука. Такое бывает. Все чаще и чаще. Бустеры включены. На скорость включены. Да, 12 минут.
О, другая карта уже городского типа. По поводу скорости Раваны, скорее всего, такая ситуация, что попривык уже, что роботы-противники бегают как сумасшедшие вокруг тебя. Ну, то Фенриры, то Фафниры летали. Извините, помните? Это от воды, наверное. Фафниры летали, теперь эти, блядь, Херпи бегают. В общем, гонки, блядь, везде тут. Формула-1, сука, полноценная. Сколько у этой залупы, блядь, есть вот этих способностей? Сука, блядь, пиздец, быстро перезаряжается. Не успеваешь мочкануть. Это что за хер там стоит? Бифири какой-то. У проблем там справа, маяк, справа проблема, у маяки у пацанов проблема. Конечно, два танка, блядь, на одном маяке уже затрахали, скоро одни танки играть будут. Пока его убьешь, уже бой пройдет, уже, сука, нахуй играть неинтересно вообще. Убьешь толпой, уже противник уходит, другие, блядь, маяки забирать, паскуды. Там кривометы по мне заряжают. Львиный урон, блядь, уходят. Львиный на в этого противника. Нихуя, похуй. Кинул парня маленько щит и аптечку. А, второй раз взлетает. Смотрите. Сука, читеры, читеры. Кругом читеры, блядь, играют. У меня две пухи осталось. Ну, сейчас Лучидор выходит. Раван его полностью зарядила. Справа, слева все в порядке. Так, у меня сейчас... вот надо подходить поближе уже. И раздавать пиздюлей, блядь, уже вот этим вот титанам. Подходи, брат, ко мне! Блять, жалко.
Ноданса жалко. Минус убегает. Ну так, нормально мы. Сейчас по мне реально, блядь, такой замес идет, пиздец. Отпрыгиваем. Не, не убежать, там, блядь, там по мне нихуёво так работают. В общем, чуть-чуть прожали толпой, ну так интересно было. Да, вот это стоящие такие моменты. Он еще в защите стоит. Вот он нихуя мне не может дробашами сделать. Я ему тоже, в принципе, ничего не могу, да? А, я вошел в стадию его этих. Так, ну парня закошмарил, а я маячок беру спокойно. Такой бой на равных, смотрите. Мне похуй, что я умру за пацанов. Хуяк. Ну давай. Луджанчик, покажи, где раки зимуют. Давай, маячки брать надо. Побеждать надо, пацаны. Вот так стою я, блядь, на броне, ебать. Титаны суд. По улыбкам, блядь. Но ничего. Так, сейчас заберут. Сука, на нем мы можем потерять время. Ладно, добьют. Я поехал. Маяк не успел забрать, но товарищ успел, в принципе, блядь. Жесткий бой, блять, никто никому не хочет уступать. Телепортаж как братухи. Сука, ты ж на кривометах, блять. Ты титан, ты этот танк еще и на кривометах, тварь. Вообще жесть. А, ну все, мы победили. У нас тут, блять. О, хуярит, смотрите. Бам-бам-бам-бам. Орион, блять, бьет. Вот, все бьет и бьет, тварь. Проиграли. Досада. Ну, я делал все, что мог. Роботы у меня не важнецкие, ребят. Роботы у меня не важнецкие. Как бы... ну, вот, посмотрите. Не шибко дамажные роботы. То есть, не сравнишь, да, с крутыми донатерами. Вот, например, против меня играл из клана Т-34 Хим Инженер. Вот давайте. А, нельзя посмотреть его ангар. Но судя по тому, что он нахуярил, да, там не слабенький. Вот. Ну и по сути, вот так 4800 нахерачил, да. Вот парень 5 миллионов нахерачил. Пилот, посмотрим его ангарчик. Слабенький такой ангарчик. Но у него Змей Муромец, посмотрите. Кстати, вот Ревенант на Девастаторе и Блейзе. То есть титан, ну как это, танк. Скорпион такой, ну, такой себе Фенрир танк, Херпи танк, вот, ну, 5 миллионов, посмотрите, настрелял, да?
Но я думаю, что на змеи Муромца 5 миллионов настрелял. Именно вот на змеи. Хотя сборка такая вот интересная, непонятная. Но 5 лямов, обратите внимание, пилоту. Дайши, молодец. Даже ангар, наверное, похуже моего, да? Вот, 5 лямов настрелял. Красавчик. Ну что ж, больше у меня оружия нет. Вооружения никакого повесить сюда больше не могу. Никаких там... У меня не прокачано катаклизмов там, царей. Вот, ничего такого прокачанного, ребят, нет. И сам видите, количество пушек тоже ограничено. Показать все сборки Лучидора не могу. Хотя было бы интересно, у меня такая рубрика, блядь, да, «Неделя Титана», например, я бы ее назвал бы. «Неделя Титана» выпускал бы, наверное, по 2 ролика в день, да. Вот, «Неделя Титана» Лучидора, «Неделя Титана» Миноса, «Неделя Титана» Артура, там, «Неделя Титана» Кида, да, было бы интересно, да. На всяких разных сборках посмотреть эти каждый день бои титанов. Ну вот, я думаю, что, ну, к сожалению, такого варианта вы не увидите, да. Вот, для того, чтобы получать ресурсы, надо лизать задницу, умалчивать о проблемах в игре и помалкивать и лизать задницу побольше, смачно так, смазливо. Вот, что типа, и так далее. Ну, братуха этого не умеет. И вот, получается, что не могу вам всего этого показать. Но! Из того, что я продемонстрировал, поиграл на Лучидоре, Лучидор именно вот такой покраски, я его прокачал, принял решение прокачать его, потратил на него всю платину, можно сказать, потому что 4000 платины не хватит уже на прокачку следующего титана. Вот, прокачал вот этого парня только чисто из-за его красоты. Все. Поиграв на нем с пулеметами, я, ребята, буду возвращать уже Миноса обратно в строй. Прямо сегодня это сейчас прямо и сделали. Я надеюсь, вам понравилась вот эта самая маленькая неделя, да, Лучидора. Если вам понравилось, напишите в комментариях. Если вам понравились мои обзоры непрофессионального игрока, да, как пишут ребята, что я играть не умею, на них надо долго играть, чтобы понять. Я понимаю, я это осознаю. Но и общую характеристику самого робота тоже можно понять, да. Медленный, без поддержки и укрытий, быстро умирает. Соответственно, нужна поддержка и укрытие. Если такого нет, то орудие дальнего действия. Вот, и, конечно же, мы ставим на его место Миноса, парня, робота, которого вот так вот красивенького можно уже гонять по всей карте. К сожалению, нету третьего Синдера, я бы его прокачал бы и побегал бы на трех Синдерах, но, к сожалению, нет такой возможности. Также еще нет возможности погонять на Крайтах, у меня их всего два, и опять же, серебра уже хватит что-то на одно, или на Синдера, или на Крайты. Вот, то есть возможности нет, а вариантов много, да, на Циклонах хотелось бы побегать, но что есть, то есть. В общем, еще осталось на него модули повесить. Модули повесим на него. Антиматерия реактор. Так. Отлично. И титан антиконтроль повесим. Чтобы никто не станил. По совету Сереги. И в принципе все, ребят. Возвращается Минус обратно в строй. Ну, а я заканчиваю на Лучидоре. Видите, как печально. Платина ушла, платина уже не вернется. А Лучидор у нас будет сидеть во втором спецангаре. В третьем спецангаре. Вот, абсолютно без пушек. Красавец, но не удел. Зато прокачанный в 150 уровень. Вот она, проблема и беда свободных блогеров. Свободных, да, неподконтрольных компаний Pixonic. Не могут они показывать, а если могут показать, то только через какие-то потери. С вами был Братуха, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.